Алло. Вот, отлично. Добрый день, Владимир. Да, добрый день. На главный вопрос вы ответили. У вас все в порядке. Это хорошо. Я хотел вам такой вопрос задать. Вот, как мы с вами знаем, советский режим когда-то и северокорейский вот сейчас, да и кубинский, в принципе, тоже сюда можно записать, и венесуэльский. Они держатся, в принципе, на честном слове или за счет чего-то, но все-таки держатся, постоянно воюя с собственным населением и иногда пугая, допустим, соседей. А вот как быть именно с Российской Федерацией? Потому что мы со всех сторон слышим, что вот-вот-вот санкции сейчас помогут, вот-вот-вот, вот еще чуть-чуть осталось дожать. Санкции сработают, но что-то мне не кажется, что все это сработает, потому что, как мы видим, люди, точнее, какие люди, орки, и так, и с санкциями прекрасно создают оружие, прекрасно его везут на границу и прекрасно это оружие используют против украинцев. Мы как-то с вами общались, и вы сказали, что да кому нафиг этот нужен рубль, если он останется только один, без валюты. Вот как в этой ситуации могут ли все-таки, скажем так, эти санкции или не санкции, но что-то такое сработать, если у Путина будет только войнушка без какой-либо экономики? Ну, тут надо сразу сказать, что санкций, вот в моем понимании, да, нету сейчас. То есть они есть, и как бы вроде их много, вот, и трудно вообще понять, сколько, да, потому что, ну, составить список всех, так сказать, санкций, которые сейчас наложены на Россию персонально там на разных людей, очень трудно будет, да, это надо будет там недели две потратить, чтобы все это выяснить. Вот, среди них есть разные меры, как бы, и которые действительно ограничивают боеспособность, скажем так, российских войск и там тормозят производство существующих, создание новых вооружений. А есть просто какая-то вот ерунда, например, вот вроде визы. Ну, я вообще не понимаю, зачем она там. Ну, будет им хуже, так сказать, опять-таки этим простым людям, да, ну, то есть огульное как бы вот наказание там непонятно на кого. Мне нравится идея в этом смысле, чтобы избежать коллективной ответственности вот этой, которая, ну, чисто такая родоплеменная. Вот, то есть все русские виноваты. Я в это не верю, потому что, ну, не может быть все виноваты там в чем-то, да, то есть вот нельзя винить коллектив, да, все равно, что сказать там, что там все украинцы виноваты, не знаю, все американцы виноваты, все японцы виноваты, то есть это чушь собачья. Вот, но чтобы вот этого как раз не было, и чтобы санкции могли действительно касаться сторонников Путина, необходимо такое действие, как правительство в изгнании. Мне нравится эта идея. Вот. И, соответственно, переход, ведь много, ведь из России уехало сейчас, вот в последнее время, очень много людей. Понимая, к чему идет, то есть я вот видел цифры, там что-то больше миллиона выехало, да? То есть вот там вот украинцев там около 3 миллионов, и соответственно, русские тоже бегут из своей страны от войны. И от Путина, и от всего этого маразма, да? Так вот, было бы здорово, если бы была такая структура, как правительство в изгнании, и эти люди могли бы получить гражданство России, но у него. И на них бы санкции не действовали, например, да? Ага, то есть нужна какая-то местность, которая как бы будет объявлена Не второй местность, Россией. нет, не местность. Зачем? Гражданство? Просто само по себе наличие как бы вот То есть этого как бы правительства. такой документ, который будет Да, отличаться от оно путинского. будет, ну, грубо говоря, паспорта выдавать. Вот. То есть Ага. приходит человек с паспортом путинской России и получает паспорт, грубо говоря, клеймо, так сказать, на шею другой России. Ну, пускай будет, да. Но это была бы очень классная идея, потому что было бы понятно, что им есть куда текать. Да, но Вот. тогда Путин может просто закрыть границы, ведь все к этому идет. Ну, закроет, но кто-то успеет убежать. Да, но тогда Можно ли... просто в чем тогда смысл этого как бы временного правительства, Чтобы если те, кто... Чтобы те, ну, хотя бы, чтобы те, кто убежал, они уже как бы не А, то находились... есть они были как бы легальными для мира. Да.
Вот. Неплохая идея, да. Да, Да, возможно. поэтому, ну, вот такая вот, например, идея. А что касается самих санкций, то вот мы в слове санкции, как бы одним словом, объединяем совершенно разные меры, совершенно разного характера, совершенно разных последствий, среди них которых, как бы, ну, есть совершенно идиотские, ну, а есть вполне рабочие. Нет, я, Вот. понимаете, что я имею в виду? Я имею в виду, если что-то такое, что могло бы тормознуть именно производство Ну, конечно, вооружений. есть. Ну, конечно, есть. Путин получает каждый день почти, я не помню, там, сколько миллионов долларов от Запада за то, что он продает ему нефть. Вот и все. Ну, да, тут, конечно, логично. Все. Ну, так как действовали американцы во время афганской войны. То есть эмбарго. Эмбарго на покупку нефти Советского Союза. Ну, как видим, Европа не хочет отказываться. Хотя это Ну, немножко... тогда вам ответ, где, ну, где наши друзья, где наши враги, то есть, да. Ну да, согласен. То есть получается, если все-таки получается, все-таки валюта как-то поступает в Россию, даже при том, что американцы там забанили. Ну, мало того, они же, ну, вот сейчас вообще проделали замечательную операцию, то есть они заплатили там арестованными резервами Центробанка там по долгам, значит, ну, чтобы не было дефолта. Вот. Ну, дефолт на самом деле это просто такая пугалка, то есть ничего особо страшного при умелой, скажем так, ситуации. Ну, при наличии хороших менеджеров, а там у них, в принципе, хорошие менеджеры, там это. Как ее, Набиуллина или как там ее, вот, она, в принципе, толковая очень тетка, вот, то, в принципе, там никакого такого ужаса-ужаса не будет, да, то есть понятно, что пострадают те, пострадают эти, вот, ну, конечно, прежде всего пострадают простые, так сказать, эти самые солдатики Путина, вот, которые на Лужниках там кричали «Хай Гитлер». Вот. Так сказать, вот, ну, собственно говоря, нет такой трагедии в дефолте, на самом деле, как его малюют. Но, тем не менее, как бы неприятно, да, но главное, что Центробанк не может использовать эти резервы, вроде бы, да, но выяснилось, что может каким-то волшебным образом, вот, ну, хотя бы там для уплаты долгов. Может быть, он еще для чего-то может их использовать, мы не знаем, да, то есть вроде как арестовали, а вроде как и нет. Вот. Ну Так да. что, ну, в такой ситуации, ну, есть еще, как бы, есть вот эта волшебная и действительно, так сказать, отрезвляющая кнопка в виде того, чтобы перестать покупать эту нефть. Тут же ситуация вообще полностью идиотская, то есть она идиотская со стороны Запада, так сказать, вдвойне. Вот, потому что, с одной стороны, он покупает эту нефть, а с другой стороны, он кричит, что этой нефти типа нет альтернативы, вот, а с третьей вся эта идиотская зеленая политика, Ну да. вот, которая делает цену на электроэнергию вообще как бы запредельной, да, вот, цены на бензин тоже так, то есть, ну, в общем, вот, это очень-очень, ну, потому что есть простое решение, как бы, вот этой всей зависимости, ну, вернее, простое решение для высоких цен на Да, энергоносители, это включить отказ, обратно атом и все, и да, не париться. атомные, да, отказ от этой вашей всей зеленой дурни. Да. Вот и все. Это И сразу люди решает, перестанут погибать. да, это сразу решает все вопросы. Тогда вы можете смело сбанить Путина, вот, с его нефтью, как бы, было бы желание. Но важнее ж вот это, то есть, они же прекрасно понимают, где, ну, где их цель. То есть их цель это всемирный тоталитаризм. Вот они сейчас все Да. дружно вместе с Я вот Путиным туда. знаете, о чем подумал недавно, что косвенно, даже мне выгоден этот конфликт, потому что я там какому-то банку должен небольшую сумму, и в принципе, если сейчас войнушка такая грянет, и банки сколлапсируют, Центральный банк Украины, наш НБУ родной, снова спасет всех, пополнит ликвидность, и как бы долги спишутся. Ну, может, не спишутся, пострадает моя кредитная история, и все. Но, с другой стороны, нет, так нельзя, это недопустимо, безусловно. И, видимо, западные, они просто под Путина сейчас толкают все, инфляцию, разгон толп, новые закончики, там, отъем Ну, оружия. конечно, да. Это как бы, ну, Путин как бы это такой тоже подарок для Зимы, как бы, ну, и
Если бы я был конспирологом, я бы сказал, что это все там заранее спланированная акция. Вот оно очень выглядит, очень похоже. Да, но на самом деле, к сожалению, ничего не спланировано, потому что планы часто ломаются, а просто вот так оно работает. Так оно работает, да. Да. Это законы бюрократии. Ну, в смысле, даже не законы бюрократии. Бюрократии никаких, нет никаких так, своих отдельных законов. Это просто законы экономики. Ну, то есть это вот туда поворачивает, так сказать, бюрократический рынок всемирный. Хорошо, Владимир, тогда вот такой вопрос. Вот то, что Путин сидит в бункере, мы же, в принципе, понимаем, что, скорее всего, он сидит в бункере, потому что есть очень серьезные, ну, скажем так, сигналы и посылы от него самого. Он там за ногтями не ухаживает, обычно всегда ухаживал. Он сидит от своих министров в 10 метрах. У него там фейковые видео, где он якобы с женщинами о чем-то там болтает. И странное вот это вот видео на Олимпийском стадионе в центре Москвы, где он вроде как поболтал, а потом бац, и исчез. То есть понятно было, что это не совсем прямой эфир. Вот как вы считаете, то, что он сидит в бункере, скорее всего, это плюс или минус для этой ситуации? Потому что... То, что он там сидит, означает, что он боится. Вот. Да. То есть у него не было чистки. Может, как-то в этом плане бункер – это даже плюс, что он боится свою бюрократию. Ну, конечно, боится, да. Это хорошо, что он боится. И, то есть, ну и хорошо, что он вообще боится. То есть гораздо хуже, если бы он был. Это означает, что он не уверен как бы, вот, в том, что он делает. В своих решениях, в своих действиях. Да, да. Он как бы не уверен, у него нет гарантии, что они будут исполнены, что будут исполнены так, как вот именно он хочет. И, ну, а, собственно говоря, вот то, так сказать, отрезвляющий душ, которым для него стала первая неделя войны, когда выяснилось, что армии нет, вот, что все украли, вот, что деньги давали сюда на пятую колонну, и где они, никакой пятой колонны нет. Да. Вот. То есть, интересно, Медведчука ищут сейчас. Ну да, там задержали какого-то ФСБшника. Нет, ну Медведчука должны искать, он же отвечал тут за свои средства, я так понимаю, да. Которые Путин давал. Ну, вот. То есть вот это вот он столько готовился, да, вот это он что-то строил, там выращивал, оказалось, что все это пшик. Да. Ну, вот. Его ну, кормили иллюзиями. Да, то есть вот, ну понятно, что не пшик, оно стреляет, конечно, к сожалению, ездит там и убивает людей, вот, но не так, как ему хотелось бы. Ну, вот. Да. Поэтому, конечно, опасаться, так сказать, за свою шкурку у него есть все основания. Вот, угу. Сидеть в бункере. Это хорошо. То есть, если с этим уметь работать, то это как бы, ну, очень такая большая вот уязвимость у него. Хорошо. Но я не знаю, работает ли кто-то с этим, хочет ли кто-то с этим что-то делать. Ну, было бы желание, потому что, к сожалению, цели войны, как такой, как ликвидация Путина и путинской всей этой системы, нет ни у кого, включая Украину. Да, но с другой стороны, может какой-нибудь бюрократик сейчас придушить Путина и сказать, я выключил эту заразу, я прекращаю войну, и я хочу стать новым лидером. И скорее всего, его назовут новым лидером. Скорее всего, да, но есть ли такие люди, мы не знаем. То есть он же там тоже если свое окружение подбирал. Если претенденты на его кресло, я думаю, таких людей ну, найдется. Да, есть, но это безусловно есть, но он же тоже их всех подбирал, так сказать, и проверял. И, ну, понятно, что это ну, не дает гарантии, так сказать, и люди меняются, и он мог там, такой человек мог даже свои взгляды поменять ну, вот, за все это время. Так сказать, но все это может быть, безусловно, да, безусловно, может быть. Но еще раз говорю, что Путин свою систему там выстраивал долго. Uh-huh. Этих людей проверял и вмазал их всех, они там все помазаны всякой гадостью, там, включая, наверное, убийство, там еще что-нибудь такое. То есть там в его окружении, скажем так, вот такого ну, чистого человека, да, вот который был бы готов, вот, условно говоря, замочить Путина и выйти и сказать, я чисто, меня ничего нет, то есть я никого не убил там, и так далее. Там таких людей нет. Там таких нет, да, согласен. Потому да. что даже когда Хрущев стал после Сталина главой СССР, они же все, да и Брежнев, они же все были сволочами, убийцами. Конечно. И на Хрущеве очень много крови тоже. То, что они ну... замочили Берию, который тоже там обмазался кровью с ног до головы и любил маленьких девочек, это же не означает, что Хрущев был святым, да. Они же все были. Да,
Да, то есть в этом смысле, поэтому, им-то надо на самом деле, ну, чтобы я делал, да, то есть я бы нашел людей, которые вот умеют работать там с такими страхами, там, и с такой позицией, как у Путина, да, то есть это, ну, это не моя компетенция, я в этом ничего не знаю, просто знаю, что это можно делать, вот, но ничего сказать не могу по этому поводу, вот. А второе, я бы дал понять, дал зеленый коридор, скажем так, да, вот, тем чиновникам, которые там замочат Путина, тем людям, которые готовы бежать, сдаваться и так далее. Я бы сказал, вот мы вас ждем, вот у нас тут, значит, чаек, там, тыры-пыры, деньги даже подъемные вам дадим на первое время. Давайте все к нам, типа, валите, вот мы вам гарантируем безопасность. Ну да, То есть у нас. такой сигнал должен был бы быть четко, абсолютно послан всем чиновникам, военным, там, что сдавайтесь, тут типа мы вас, ну вот хорошая была статья, мы переводили этого, господи, Да. Камилин, да, который предлагал. Ну, кстати, вот этот Как факт про победить французскую, Россию или Путина? да, Путина. Да, вот этот факт про русскую армию во Франции я знал, да, он действительно малоизвестный. Вот, что она там разбежалась тут. Да. Вот, то есть вот такие должны меры быть предприняты, что любой там русский солдат, он должен знать, что если он сдается в плен, да, и говорит, что, ну, не просто сдается, или его берут там в плен в бою, это разные ситуации, когда ты попал в плен там, допустим, в бою, и когда ты пришел сам. Вот если он сам пришел, сдался, то он может попасть там по программу там какую-нибудь там, условно говоря. Вот, когда ему дают денежку, он себе спокойно едет в Аргентину, там, ну, а потом, если за ним числятся, конечно, военные преступления, то лучше, ну, там, ему не сдаваться, то есть это не освобождает его от преступления. А если их нет, ну, вот, ну, да, давай, текай, Ну, текай. вы же понимаете, что наши этатисты не согласятся. Они же сейчас в любом, даже вот в нашей группе «Либертарианство и австрийская школа», там человек под ником Анкап пишет какие-то абсолютно А, я его анти... забаню скоро. Но я его держу только для того, чтобы тренироваться на нем. А, понятно. Не, он провокатор и дебил. Это, ну, как бы. Вот, Да. тогда просто эта же проблема есть. Россияне многие очень боятся украинцев, потому что они понимают, насколько украинцы серьезные этатисты, это правда, и насколько Да. они злые сейчас, это тоже правда. Злые, да. Это вот это все надо снимать. Сейчас В том даже... смысле, пускай они будут злые, но это все надо просто сказать, что ладно, там мы типа вас там конкретно мучить не будем, только давайте текайте оттуда, от этого Путина. Все. Да, я, кстати, знаете, еще в начале войны предложил две, как бы работающие, на мой взгляд, ну, два метода работающих. Либо россияне не воюют и текают, это первое, на мой взгляд, самая лучшая программа или метод, скажем. А второе, если россияне будут посылать украинцам деньги какими-то путями обходными. Но мы видим, что 70%, возможно, эта цифра нарисована, я уверен. Но, судя по вопросам, даже на той же улице, то ли люди боятся и поэтому говорят то, что надо Там говорить. много, но там много факторов, нельзя верить этим всем опросам. Ну, Ну, я вот согласен и тут. это, ну, известная же штука, что вот говорят то, что хотят услышать. Они же знают, какой ответ от них хотят услышать. Ну да, как даже в комментариях наши ребята писали, нужно смотреть на не на мнение людей и на то, что они говорят, а на А на то, что они делают, да. да, на их стимулы. То есть, да, я полностью запрет алкоголя, но сейчас через 5 минут закрываются магазины, я пойду себе водочки куплю. Да, Да, то да. есть я за Путина, но действия не говорят о том, что человек за Путина, абсолютно. Да. Да, поэтому я этим вопросом удивлен. Но дело не в том, что там есть хорошие, нет хороших. Это не имеет значения. Дело в том, как нам выиграть эту войну. Ну, вот. И нам ее нужно выигрывать самыми разными способами, включая те, о которых я сказал. То есть тем людям, которые сомневаются, так сказать, в путинском режиме, которые против него, тем более, да, то есть тем им нужен выход. Выход им нужен. Владимир, а что тогда делать тем ребятам, которые нам близки? Усанову, Четвернину, Сапову, там, Куряеву, им сидеть, оставаться там дальше, или все-таки Ну, лучше я им не как-то... советчик, я ничего не могу сказать. Это Не их знаете? личная, Ну, ладно, тогда жизнь. другой вопрос. А если они все-таки поедут? Нам же все-таки стоит как-то им, скажем, помогать, возможно. Ну, я не против помогать. Единственное, что сюда им ехать теперь нельзя ни в коем случае. Это да. Вот. Тут их А, объявят.
Да, тут их сразу, так сказать. А куда-нибудь другое место более спокойное, ну, еще можно, я думаю, Я просто когда они даже не знаю, приезжают. куда. Есть ли такие Ну, места, это, где ну, еще? пускай, ну, это, если у них есть такое желание, они найдут. Ну, вот, это же не наша с вами компетенция. Ну, в принципе, да. Ну и последний вопрос. Как вы считаете, вот даже если... Вот вы говорите, что у Путина нет, в принципе, армии, но с другой стороны вы говорите, что все-таки деньги идут и ракеты создают. А могут ли эти ракеты постоянно обеспечивать такой же поток, как в начале войны? То есть... Нет, не могут. Это сейчас используется запас. Вот Угу. запас, причем довольно большой, включая советские запасы, включая тот запас, который еще Украина им отдала с дуру. То есть Вот, тогда они поэтому. будут тормозить с производством. Это замедлится все очень серьезно, Нет, получается. они будут производить, но как бы природу не обманешь, то есть много их произвести и быстро нельзя. И еще это Они же. дорого все-таки. Это дорого, и они заканчиваются. Запасы любые заканчиваются, но они у них есть. Вот, в частности, авиационных ракет у них очень много, потому что там только Украина отдала там более 500 штук вот этих вот таких, ну, серьезных ракет Угу. в свое время. То есть вместе с бомбардировщиками, Угу. вот, которые нас бомбят теперь. То есть, скажем так, предел вот этого всего есть. Угу. То есть это же было накоплено где-то, это где-то хранилось, хранилось там, ну, условно говоря, подвозилось потом сюда, как бы поближе к границе, так сказать, планировались определенное количество этих запасов с учетом продолжительности войны. Если они планировали на блицкриг, ну, так они у них должны тогда скоро закончиться. Ну да. Ну вот, подвозить они не умеют, с логистикой у них все плохо. Вот, они на железную дорогу ориентируются, и дальше, чем 150 километров от, собственно говоря, базы большой, которая снабжает их вооружением и едой, вот, они действовать не могут. То есть, может быть, они что-то в этом изменят, да, Ну и но. да, ну и плюс еще они же пошли не против каких-то, то есть я ничего против грузин не имею, я уверен, что там ребята тоже утюжили, но тут они пошли не против 4-миллионного населения, а против 40-миллионного. Сейчас, правда, конечно, меньше, но все-таки. Ну, вот то, что произошло, это как раз говорит о том, что этот бункерный придурок, он очень плохо понимает, с кем он имеет дело. И это вот это всегдашняя его ошибка. Он никогда вообще людей. Здесь же проблема в чем? Что не правительство воюет с Путиным, а народ. Да. Вот. То есть правительство давно бы уже лапки подняло бы радостно и там сказало бы, мы сдаемся, что они и хотят, так сказать, проделать вот сейчас. Вот. То есть это всегда так было. А именно люди не хотят этого. Они хотят решить проблему с Россией раз и навсегда, что закончить уже эту всю эту тягомотину, дав, извините меня, Путину, как это, ладно, я ругаться не буду, дав ему по голове. Ну, Ну хорошо, когда это как, на ваш взгляд, выглядит тотальное поражение России? Распад России? Это был бы идеальным вариантом? да, идеальный вариант был. Потому что я не вижу других путей. То есть я как бы не против тех россиян, которые против Путина и против войны. Такие, я уверен, имеются, и не важно, что они говорят на камеру. Но с другой стороны, мне кажется, все это должно развалиться, чтобы, если уж оно снова захочет лезть в дом чужой, то оно сначала должно там внутри у себя повоевать, расшириться, и только после оно может только так. Это как Советский Союз. Чтобы Ну была да. какая-нибудь Эстония и Россия, чтобы была разница, чтобы был выбор хотя бы для тех же россиян, куда можно драпануть, если тут очень Да. плохо. Да, но я не верю, что она может, ну, как бы, вылечиться в том смысле, что если там пытаться внедрять эти западные институты, это все не работает. Да, там могут быть какие-то предприняты радикальные абсолютно решения, но опять-таки я не вижу там людей, не вижу. Ну, то есть там люди как раз есть, но специалисты хорошие очень. Вот. Но я не вижу, чтобы каким образом они могут получить, например, там надлежащие рычаги для того, чтобы проводить там радикальную децентрализацию. Но в политическом дискурсе это вообще там отсутствует как, ну, как явление разговора о федерализме, об истинном, да. Но федерализма будет мало, потому что федерализм это все равно у них быстро все закончится.
Вот. Там нужны действительно как бы радикальные решения, то есть полная децентрализация. Это не обязательно распад, так сказать, формальный, да. То есть, потому что распад это что такое? Распад это одна Россия разваливается на несколько маленьких Россий. Да. Ну вот. И которые, ну, может быть, даже повоюют там немножко друг с другом, может быть, нет. Ну вот, понятно, что это лучше, чем сейчас, но это все равно как бы, ну, как с Советским Союзом, да, то есть Совок развалился на несколько маленьких. Да, оно будет стараться снова стать большим. Снова будет стараться стать большим, тем более, что там оснований для этого много, то есть общий язык, там вот это все, то есть понятно, первое время будут от этого все отнекиваться, вот, и это будет признаком, так сказать, ну, как бы, вот, беды, ну, вот, что это делать нельзя, но потом все равно это все, как бы, будет, так сказать, тянуться друг к другу, скажем так, да, вот. Кто-то будет пытаться это все объединить, собрать русские земли, да, опять. Да, да, да. Не, вот. Поэтому там решение такое именно как федерализация или административная, скажем так, децентрализация, когда берутся территории, да, и территория является, ну, ключевым, как бы, инструментом, если хотите, да, объектом, скорее, да, вот этой всей реформы, оно не сработает. Тут от территории надо отказаться, как от объекта. Ну вот, и тогда уже как бы эта реформа может быть уже, ну, более реальной. Но она должна быть более радикальной тогда. Более радикальной, чем все имеющиеся предложения. Вот. Но об этом там никто не говорит. И извне тоже никто об этом не говорит. Вот. Но если бы это сделать, то такая Россия была бы очень полезна даже нам, например. Ну вот, то есть ее можно было бы не бояться, так сказать, и с ней можно было бы иметь уже какие-то дела, ну вот, потому что пока там будет централизованная вот эта вертикальная машина, это всегда будет угроза соседям, да-да-да. Вот. Ну понятно, что поражение там Путина, его там ликвидация, смерть, там, я не знаю, там что там, арест, вот, оно там, ну, даст нам, наверное, ну, лет 5-10, как сказать, передышки. Вот, пока там будет разбираться, что к чему. Но, тем не менее, как бы, это не решение, ну, вот окончательное, кстати, проблемы. Знаете, вот я смотрю на эту ситуацию, как на НЭП. НЭП, войнушка, снова попытка построить какой-то НЭП, что-то там освободить, снова войнушка, снова НЭП. Если мы даже Совок возьмем, типа Российская империя превратилась в СССР, потом Ленин понял, что сейчас его сметут из-за голодухи, НЭП, но когда пришел Сталин, он пришел же не на пустое место, а уже накопил жирок, войнушка, ленд-лиз, потому что без ленд-лиза, наверное, Совок бы не справился с этими ребятками на велосипедах. Потом снова грянуло что-то такое, как оттепель, мол, давайте там приусадебный участок, можете не сдохнуть с голоду, двуногие наши. Потом, что там, Афган, 90-е и нулевые, как НЭП. И вот, пожалуйста, снова одно и то же. Ну, это просто циклы, как бы, расширения и схлопывания государства. Вот, оно расширяется, потом, как бы, расширяется, потом изнутри его начинает, как бы, разъедать внутренний кризис. Вот, оно схлопывается на какой-то момент, то есть теряет, ну, значительную часть своей власти. Да, потом опять... То есть если его не ликвидировать, ну, как бы, и не организовать на других началах, скажем так, все те функции, в кавычках, которые оно сегодня исполняет, то это будет происходить постоянно. Это, ну, это везде в любой истории, ну, как бы, такое... Просто, ну, в случае России оно очень, как бы, такое громкое, кровавое. А так это можно в любой стране это найти. Ну, в принципе, да. Помимо какой-нибудь, может, Швейцарии, которая, может, и идет к этому, но как-то очень медленно. Ну, да, идет она туда же, как куда и все. Вот. Ну, может быть, да, может быть, медленнее, чем остальные. Ну, вот. Ну, ладно, Владимир, спасибо за ваше мнение. А вы как там сами, не планируете или пока все спокойно, все окей, и, в принципе, еда есть, вода есть, да? Ну, пока тут фу-фу, тут еще продукты есть, угу, кое-какие. Угу. Ну, вот. Ну, окей. Пока нормально. Хорошо. Ну, все, тогда буду прощаться. Да, хорошо. Все, всего. Угу. Да, счастливо. Угу. Пока.